там они оттуда стартуют. Они же все пойдут туда, а это дальше. Туда они пойдут все? Ну, по ходу дела, да. Вот тут вот, как я понял, едет. Ну, УАЗики поедут, а там нет. Вот, потом. По опыту железа в апреле, да, из пяти кругов, из пяти УАЗиков прошло только полтора круга, самое большое. Но в этот раз надо постараться. Хотя бы два. Побеждает, соответственно, в любом случае тот, кто дальше заехал. Помогать можно друг другу? Там в трофик. Хотите, помогайте, хотите, не помогайте. Это ваши проблемы. Ваша трасса, ваша гонка. 6 кругов для стандарта. 6 кругов. Она очень простая, скоростная практически. Значит, сложная трасса будет для подготовленных. У них 5 кругов. Подготовленных за коридором можно цеплять лебедку. За коридором цеплять лебедку можно. Просьба машины зрителей. Первого, да? Первый стол пойдет сюда. Ну, в принципе, да. Справа или слева есть... А погладь вышел с руками. Минут еще, Черме! Журналисты, фото! Готовы к старту? Обязательно. Верите в победу? По-любому. Ну, мы ее вам желаем. Спасибо. Будем вас болеть. Thank you.
Деда, ты смотри. У меня в пикапе хуже лопата. Давай блок сюда.
все нормально. Ты не видишь, наверное, попадай. Саш, попробуй назад скатиться.